Праздник Дня снега стал для Сарова доброй зимней традицией. Каждый год на лыжной базе для горожан готовят насыщенную развлекательную программу. В воскресенье 21 января с 10 часов гостей ждут на фитнес-зарядку с тренером, фестиваль согревающих напитков и пельменей, спортивные состязания и семейные конкурсы, интерактивные площадки. В этом году ожидается соревнование на самый быстрый съезд на сноутюбинге с горы, также соревнование по сандлесболу. Традиционными стали у нас соревнования по хоккею с мячом, футбол на снегу, также соревнования по брунтболу. Также в 10 часов стартует Кубок города по лыжным гонкам. Спортсмены будут соревноваться на дистанциях 1, 3 и 5 километров. Для всех желающих участвовать в муниципальном этапе зимнего фестиваля ГТО предусмотрен старт на лыжах в 9 часов. Регистрация с 8:30. А в субботу 20 января команды города соберутся на мастерской по изготовлению снежных фигур. В этом году тема конкурса – «Веселый снеговик». Он ежегодный, проходит из года в год. Единственное, только меняется тематика. Это были и елочки, это были персонажи мультфильмов. А в этом году вот у нас снеговики. Также были и Деда Мороза по сказкам русским народным. То есть каждый год тематика меняется. В завершении праздника Дня снега пройдет награждение всех победителей конкурсов и соревнований для лиц старше 6 лет. Светлана Ярунова, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24.